пишешь: привет, друзья, последний день в Москве наш сегодня, и как нам повезло, самый последний мастер-класс, самый, по ощущениям моим, с моей точки зрения, продуктивный, потому что я увидел за буквально час, насколько ребята прогрессировали в том, что называется пампингом. Я бы предложил всем по кругу высказаться. Вот как раз первое слово, человек, который больше всего меня сегодня впечатлил своим прогрессом. Держи так недалеко от рта, не вплотную, просто чтобы слышно было. Расскажи про свои впечатления вообще, как ты пришел в лонгборд, какой у тебя опыт, да. Расскажи все. На лонгборд катаюсь года три. Вот, я искал себе занятие, что будет после зимы, потому что много катаюсь на сноуборде. Вот, и оказалось, что это во многом схоже. Насчет сегодняшнего занятия удивила гимнастика. Сначала я думал, что будет больше про катание, типа сначала запрыгнем на доски и поедем, но гимнастика, как я уже говорил, приятно удивила. Ну и касательно паппинга, тоже уже многое стало на места. Я до этого пробовал тоже по видосам как-то там дрыгаться, что-то получалось, что-то нет. Вот, но сегодня это уже в голове более как-то структурировалось, уложилось. Вот, и осталось это закатать. У нас есть видео, потом Илья снимал сегодня, смонтируем. Там прям заметно, как буквально вот видно, что человек за одно занятие начал очень мощно пампить. Вот. Спасибо, на самом деле, очень порадовал. Давай коллеге своему. Это мне? Да. Как раз музон такой завершающий. Да. Хорошо под титры пойдет. Чуть-чуть поближе, да. Вот, да, наверное, меня и так хорошо слышно. Расскажи, пожалуйста, в двух словах, как ты к этому пришел, какой у тебя опыт был с лонгбордом уже, и что за сегодня интересного ты для себя вынес? Ну, это второй мастер-класс. Первый был как раз первый раз, когда вы приехали. Это осень почти была. 30-е В прошлом августа, году, да. Когда вы приезжали, когда ты еще упала на ВДНХ. Было. Кто что запомнил, да. Вот так. Вот, я начинал с обычного акселовской доски, которая не поворачивала и не ехала, как выяснилось. Странный был снаряд у тебя, да? Да, его никто не смог заставить пампить. Там просто были кто-то, если первый раз нас слышит про это, мы даже, по-моему, говорили, там длиннющий был пинтел, и стояли скейтовые траки, ДКПшные, с маленьким углом поворота, то есть даже я не мог ее никак вернуть. Это такой, как автобус. Вот, он мог ездить только прямо, ну, как трамвай, то есть он скорее даже не автобус. Трамвай. Вот, поэтому было полезно. Я на первом, на твоем как раз доске у меня получилось почувствовать, что такое памп. Дальше наступила осень, уже там что-то я успел потренировать, потом зима, все забылось. Вот сейчас хорошо восстановил. И у тебя, кстати, вот, теперь надо отрабатывать. Один из самых интересных моментов, связанных с этим человеком, это его переход с, ну, откровенно говенной, скажем, к доске сразу в высшую лигу, можно сказать. Он прыгнул на настоящую памп-машину. Это Loaded Vanguard. Да, после Vanguard я не могу кататься ни на каких других досках. Они просто некомфортные. Этот мягкий, плавный, может быть, он не такой отзывчивый, а и отдачи такой нету, но вот кататься на нем крайне приятно. Спасибо. Очень спасибо за... Да, ты тоже сегодня меня вот по-хорошему так удивил и восхитил. Давайте, значит, тебя уже слышали. Скажешь пару слов? Да. В свободной манере, просто свои впечатления. Ну, у меня все проще, у меня как бы у ребенка просто... тренировочное сноуборд, а летом лонгборд. Ну, все, поэтому решил попробовать. Ну и как бы вот... Есть общие моменты, да? Есть общие моменты, да. Плюс, ну я как бы сам с лыжи с горных, в принципе, это у меня другая тема. Вот, ну, в принципе, дополнительный опыт интересен. То есть, плюс ко всему, вот разные доски. Сейчас я где-то понимаю, что мне хочется уже. Вот, мастер-класс отличный. Спасибо. Мне понравился. Мне понравились твои специфические некоторые движения такие, очень особенные. Я до сих пор пока не понял, откуда они, но вот ты как-то так... очень необычно действовал, когда пытался распампить, а движение шло такое от таза, и я такое раньше не видел, может быть, оно откуда-то, не знаю, вряд ли из лыж. Но у каждого просто есть какой-то уникальный почерк такой, да, в движении, рисунок, и вот у тебя такая особенность была, она почему-то меня впечатлила, когда ты, причем силовое воздействие очень хорошее такое, но
оно по какой-то странной шло траектории немножко. Я пока не разобрался, потом видосы посмотрим все вместе еще. Будем стараться, да, короче говоря. Но вообще опыт интересный, просто да, он необычный. То есть если брать стандартную тренировку, что вот пришли, давайте мы учим самокат, давайте мы учим вот это, и потом как бы, ну да, получилось, ну накатываем. Да, здесь именно телесная составляющая, да, очень глубокое внимание мы выделяем. Поэтому если у вас что-то не работает, то мы обязательно разбираем, почему не работает и что надо добавить или сделать, чтобы начало хоть как-то работать, чтобы глубже зайти в это. Ну вот, так что спасибо. Передаю следующему. Спасибо, реально классно. Я, кстати, тоже, как и мой тезка, пришел с горных лыж. Вот. Просто как альтернативу искал, чем заняться летом. Катаюсь первый сезон. От мастер-класса я, наверное, получил все, что хотел. Я теперь, ну, спокойно себя чувствую на доске и, в общем-то, не очкую. Вот. Уверенность появилась. Да, появилась уверенность, собственно, что я хотел, то я и получил. То есть я там не рассчитывал на какие-то там высоты, но... Тем не менее, вот видно, ты уже начал чувствовать, что доска, по крайней мере, сама сразу. По крайней мере, я сегодня сделал то, что я вообще не делал никогда до этого. Да, мне очень понравилось, спасибо. Тебе спасибо огромное. Так, и у нас Оля, девочка. Ольга. Давай немножко тебя видели. Видел сразу. Значит, пару слов про Олю мне хочется сказать. Во-первых, она у нас как бы случайно появилась. На самом деле, просто в конце последнего мастер-класса, вчерашнего, она с молодым человеком, они там гуляли. У них было и карус, и денсер какой-то. И вот спросили, что за движуха у вас. Мы им рассказали, и сегодня уже Оля пришла. Причем она меня очень сильно удивила своим телом, то есть его состоянием и сборкой внутренней. Но у нее там оказался хороший бэкграунд, очень интересный. То есть это максимальная концентрация силы в минимальном объеме, я бы так это сказал. И если эту силу правильно включить, это просто вот что-то невероятное. Ну, еще там есть над чем работать, но тем не менее, вот меня по-хорошему это удивило. И как это с твоих глаз все выглядит, как ты со своей стороны можешь описать, начиная со вчерашнего дня. Просто интересно, вот это есть. Ну вот я когда вчера увидела, да, как вы катаетесь, я поняла, что я вообще не умею пользоваться своим лонгом. Вот. Он еще был немножко неправильно собран, там были нюансы свои. Да, прекрасно. Вовремя заметили. Поэтому я сразу поняла, что я хочу вообще научиться использовать его полные возможности. И да, то, что мы столько времени посвятили именно как бы чувствованию своего тела, я поняла, что я вообще все это время неправильно стояла. Ну, за сегодня вот есть какие-то новые ощущения в теле, которые именно как постижение, да? Да, я начала включать верхнюю часть и как-то пытаться их связывать. Раньше у меня просто были ноги, и я толкаюсь и еду. Мне немножко жалко, что только в самом конце ты пришла, что мы не успели еще проработать базу, да, но есть нюансы свои. Но мне этот опыт очень ценный был. Мне всегда интересен бэкграунд. Ты можешь пару слов про себя сказать, чем ты когда-то успела заниматься, а я скажу, ну, как это в теле ярко проявлено, если нужно с стороны. Я 8 лет занималась акробатикой. Ну, чуть-чуть повыше, да? Вот да, я 8 лет занималась акробатикой, потом был год цирковой студии «Воздушная гимнастика». И потом еще, ну, из масштабно, наверное, крав-мага, полтора то где-то года. Там человек уже подготовлен по полной программе. То есть акробатика и воздушная гимнастика – это всегда целостность. Невозможно быть акробатом и не собранным. Вы просто развалитесь. Поэтому ощущение вертикальной оси, центра, хороший баланс. А крав-мага – некоторые специфические вещи по передаче усилия тоже, я думаю, дает. Но вот это все можно переложить на доску, просто нужно чуть больше. У нас, к сожалению, сжатый формат такой, да, мы приехали с мастер-классом, а не с полноценной там школой, да, интенсив на неделю. Но даже вот за пару часов мне показалось, что какие-то важные вещи в тело проникли, да? Да, почувствовала. Вот. Кто-то еще у нас из ребят, все? Спасибо большое. Спасибо. Да, от души. Так, потом сюда фото, я вас немножко разверну. Хорошо. Потому что вы стоите все не так. Не так. Возьми. Ты будешь... Машите лучше. Да, давайте. Может, Вася, ты можешь прыгнуть? Не знаю. Да, вот так, да. Ура, все, молодцы все. Ну, наверное. Ага. Все. Так, где выключается? Я выключила, все.